И всем привет, я Техномакс, это игра Sea Kingdom, продолжаем. Я решил скрафтить себе оружие посерьезнее. Давайте посмотрим, что вот это такое. Какой-то очередной вундербластер непонятный. И какие патроны он требует, тоже хорошо бы знать, хотелось бы. Так, это сюда. Сюда. Тут столько всего. А, вот у меня в руке, да? Ага. А, это что такое? Ноль патронов. А какие он патроны использует? Хороший вопрос. Ну, наверное, тяжелые боеприпасы он использует, я так думаю. Крупный калибр. Давайте сделаем крупный калибр тогда. Да, блин, нажимайся. Это вот неудобно, то, что нельзя просто зажать, чтобы оно тикало само. Да, точно, оно использует тяжелые боеприпасы. Оп. 2000 боеприпасов. Не слабо так. Теперь нужно восстановить здоровье, значит, и голод утолить, жажду утолить. Блин, вот это вот, конечно, мало так все восстанавливает. Лучше бы вот этих вот всяких штук для еды и питья было меньше, но пусть они восстанавливали бы больше. А то постоянно приходится вот это вот жрать все. Наноботы. Все, идем сейчас туда, вот сюда. Да, нужно выбрать вот это вот дело. Поехали. Фух. Ну посмотрим, на что годится эта пушка. Тут сейчас обезьяны на меня налетят, да? Космические. Нет? Не налетят уже? Как классно-то, а? Хоть не придется обезьяна стреливать опять. Какие-то они бешеные чутка. Мне нужно поубивать вот этих вот дядек, которые там бойцы этого Содружества, Конфедерации. Какая пушка интересная. Ух ты, критами прямо стреляет так. Они там ничем в меня не кидаются случайно. Чем-то кидаются, какими-то гранатами. Ну а пушечка-то ничего, кстати. Куда ты там прыгаешь? Бесполезно куда-то прыгать. Ха-ха-ха. Вот так вам, блин. Взрывными этими ракетками маленькими их обстреливать просто. Блин, ну они живучие гады. Очень живучие. Их, конечно, неплохо подрывает эта штука, но что-то я вот... Сомневаюсь, что урона много. Она их с ног сбивает. Это вот самое главное. Блин. А у меня здоровья, кстати, мало. Ну, когда же он там сдохнет? Кстати, нужно здоровье восстановить. Сдохните вы уже, блин. Ну их там коцают потихоньку. Пушка чисто вот издалека. Воевать осторожно очень.
Assault Trooper, это у них эти, блин. Это штурмовики. Ну тогда понятно, что они живучие с автоматами. Все, перебил наконец-то. Я уж думал, я их никогда не завалю. А что у них интересно есть? Какие-то материалы. At least I didn't have to search long. ACC sighted, Captain. I read you, Lieutenant. You are clear. Слышу тебя, лейтенант. Roger that. Ты уничтожил противника? Так точно. Открыл огонь. Ну все. 500 метров, это мне нужно дальше. Тут кровища даже есть. Нужно идти дальше. Полкилометра нужно пройти, нифига себе. Так, ладно. Возьму пока пистолет-пулемет. И наноботов уберу. Все, идем дальше, короче. Кстати, пока не забыл. Я пока не забыл, сохранился, потому что тут сохраняться нужно самостоятельно, как в обычных играх. В слот прям, как надо. Там еще кто-то стоит, что ли? А, опять мартышки эти, драные. А кто стреляет? Они, что ли? Да кто там в меня... Ах ты падла. Вон ты где, скотина. Ну да, что-то урон они наносят не очень эти ракеты. А я думаю, какая скотина мне в спину лупит. А тут обезьяна это сидела. Короче, это какие-то простые бойцы. Simple Trooper. Или Семя. Хер пойми, короче, название. Все-таки пистолет-пулемет против них работает получше. Давай, прыгай, мартышка, блин. Про эволюцию не слышала. А это что такое? Синее яблоко. Ну, сажала синее яблоко, хорошо. Угу. Такие скрипучие аптечки у них. Петли давно никто не смазывал. Ну... Тут тупик, мне идти вон туда. Вот сюда. Пересес, да сколько же можно в глубину-то идти? Ну, минералов тут полно. Сюда нужно будет возвращаться для того, чтобы собрать материалы. Мне еще турели строить, кстати. О, неужели открытая местность, да? Давайте, давайте, открытую местность мне. Ух ты! Ничего себе. Вау, офигеть. Растение хищное? Не похоже. А так? Ой, блин, да оно само меня боится. Здорово. Оно само меня очкует, понятно. Ой-ой, там ходят эти придурки. Ого, вот это луковичка. Наваристый супец будет. Так, там эти дебилы. Их, по-моему, много. Так, все собрал. О, трава даже такая высокая. Кого ты там, блин, придурок, стреляешь? Во-во-во-во-во, точно. А как мне обратно залезть? Тут еще мартышки, блин. А как я обратно отсюда выберусь? Вопрос.
Блин, ну вот упасть за графу, это вообще, конечно. Придется вниз, наверное, убиваться. Тут же прыгать-то нельзя. Залазить тоже. Эх, полетели. Угу, каждый раз, когда я умираю... Да, я понял уже. Field of Shards 3. Тут, короче, когда подыхаешь, то... Тут снижается, ну, точнее, повышается голод, жажда. Ну, пойдем потихоньку. На ходу, грызя яблоко. Сразу что-то вспомнилось. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Вот тут вот шел солдат по планете и жрал гамбургера. Как у себя дома, честное слово, блин. А, правильно, что здесь бояться, вот уже все убито. Жаль, что телепорт дальше не открыл. Капец, он проглот. Столько жрет, это кошмар. О, вон они, обезьяны. Ну, быстрее доедай уже свои фрукты. Ура, наконец-то дожрал. Да отдайся. Вот если бы меню еще автоматически не закрывалось, вообще было бы отлично. Короче, что-то она у меня это зависла, представляете? Играю себе, играю. Решил скушать на наботов. А игра зависла. Выдала, зараза, критическую ошибку. Благо, что я здесь, в общем-то, рядом, у меня тут сохранение. Ах ты, падла. Ну, обезьяна чертова, иди сюда. Дам тебе бананов пару штук. Все, еще раз на наботы. Надеюсь, в этот раз-то не зависнут. Ну, вроде они зависли. Все, погнали эту убивать, вторую мартышку. Реально им нужно электронный банан дать. Ай, банан какой-нибудь. Тогда они оставят меня в покое. А, чё, по ноге больно, да? Куда ты бластер второй вытаскиваешь? Ну реально, электронные мартышки какие-то. Тупые существа. Так, давай открывай все. Давай мне все, что есть тут. Вторая аптечка. Есть, открыл. Это вообще хрень неоткрываемая какая-то. Короче, я в прошлый раз там свалился за графику. Это хреново. Нужно аккуратнее. Все, спустился вниз, идем. Оружие сменить. Блин, как бы так вычета. Вот. Очковое растение. Кстати. Вот эту штуку надо собрать. Вон там ходит говнюк. Я вот и думаю, может нафиг пока все эти растения,
Я пока возьму ботов лечебных, потом соберу все, что нужно. Удобная пушка против них, кстати, если они по одному. Да, больно. Чё? Лежи, блин, падаль. Все. Ой, еще один бот прилетел. Опять мартышки. Да нифига, у вас тут целый цирк опять. Быстрее, быстрее, перезарядочка. О, отлично. С двух рук сразу можно. Распинал всех. Бздынг. Какая-то она странная. Какие-то космические резинки. В общем, это типа звездный арбалет или рогатка, я хз вообще. Так, пока я сюда дошел, я сразу сохранюсь, видимо. Наноботы. Фрукты. И у меня, кстати, еще есть пистолет. Блин, сейчас соображу, как это сделать получше. Вот, если бы еще меню само не закрывалось, вообще было бы отлично. Оно, зараза, само закрывается почему-то. Ой. Это руда такая? Может, ее стоит сразу взять? Ну да, сразу, пожалуй, возьму. Мало ли, материалы полезные какие. Что-то мне куда-то идти прямо далеко. Ох, ё-моё. Мосты разрушены. Интересные места. Так, за мной уже летят всякие тут. На этих можно легкие патроны потратить. Да стой ты, куда ты полетел, блин? Тут, к сожалению, единственное, чего не хватает, это не хватает пункта загрузки прямо из игры. То есть приходится выходить в меню и загружать игру. Ну, тут я, конечно, сам затупил, упал. А еще тачпад, блин, вот он порой зависает чуть-чуть. И персонаж продолжает идти, хотя уже к тачпаду не прикасаюсь. Все, идем посмотрим, кто там спереди у нас. Куда идет пещера. Когда я дойду уже, чтоб турель построить-то, а? О! Поддержка. О. А, сдохни-то.
Тут вон еще летают. Кстати, виды такие прям классные. И локации не маленькие, скажу. 300 метров. Ё-моё, полкилометра кочегарит на своих двоих. Ой, ёпта. Сожрали. Что-то в прошлый раз меня тут так жестко отоварили. Что-то этих тварей дофига там было. Кстати, они там где-то... Вон они. Все, бежим. Просто бежим. Убегаем, убегаем, убегаем. Шелла какая-то. Что за шелла? Жук такой. Да идите вы. Да, приходится каждый раз перезагружаться через меню. Это неудобно. Почему? Вот, вот что им мешало сделать кнопку загрузки прямо в игре? Чтобы я мог просто перезагрузить точку сохранения. Приходится в меню выходить. Ладно, поступим по-другому. Возьму с собой во вторую руку нанороботов, а в этой пистолет-пулемет будет. Пора бы что-то помощнее уже крафтить. Смотрю, не хватает. Асеус тисует, что это за хрень? О, вон они. И в который раз я шурую по этому мосту, блин. Я уже хрен его знает, как с ними там разбираться. Нужно просто разворачиваться и убегать. Прямо отсюда. Вот они где-то там. Причем они не появляются, падла, если не выйти сюда. Да беги ж ты, а, урод. Надо все-таки, чувствую, на нажатие ставить. Управление, потому что тачпад что-то как-то не очень. А, я что-то убежал сильно далеко, да? Ай, ё-моё. Ну где эти твари там ходят? Да идите вы. Нет, ну серьезно, тут как специально прям сделали место, куда свалить нельзя вообще. Такой узенький мостик, что я не знаю, что мне о нем делать-то. А если бежать сюда? Да бесполезно. Короче, блин, бесполезно с ними разбираться сейчас, потому что мне нужно более мощное оружие. А чтобы его скрафтить, мне нужно собрать материалы. А чтобы собрать материалы, нужно время. Поэтому я, видимо, продолжу в следующий раз уже. Потому что так я их просто не пройду. Все, всем спасибо за внимание. Это был Seeking Down. С вами был Техномакс. Всем до встречи, всем пока.